Под звуки метронома почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания. В церемонии также приняли участие ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций. После минуты молчания прозвучали гимны России и Кубани в исполнении духового оркестра. Прогремели оружейные залпы и по площади торжественным маршем прошли военнослужащие Краснодарского гарнизона и казаки. Воинов, павших, защищая родную землю, 23 февраля вспоминали по всей Кубани.